Улица Советская, станица Зеленчукской, много лет была, что называется, проблемным местом. Особенно, когда захандрившая погода проливалась над ней дождем. Теперь же местные жители могут вздохнуть спокойно. Одну из главных улиц станицы ждет коренное преображение. Такого подарка здесь ждали более 35 лет. После дождя течет речка, прям настоящая, протекает река. Если большие воды идут, то в колено вода проходит. И, соответственно, водой все снесло. Ну, на данный момент дорогу отсыпали, подняли. Состояние было ужасное, конечно, что пешеходы, что автомобили. Было двигаться невозможно, как бы. На данный момент красота. Ремонт дороги проходит в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», и основные работы уже близки к завершению, благо трудятся дорожники быстро и слаженно. А автолюбители относятся к ним с пониманием и не усложняют работу спецтехники. Никаких знаков, заградительных знаков, обычно дорожники технику перекрывают, ничего мы не перекрыли, просто людям сельское поселение объяснило, что в данный момент будут проводиться работы. Но мы тоже не затянули, мы покрытие асфальтобетонное, основная работа, мы его сделали за 2 дня. Эта улица ведет к 2 детским садам и ряду бюджетных учреждений. Поэтому ремонт предусмотрен не только для проезжей части, но и пешеходной зоны. Там тротуары и бордюры. К слову, асфальтирование улицы Советской – не единственный большой ремонт станицы за последнее время. На сегодняшний день в станице Зеленчукской у нас проведены 3 благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов. И в данный момент, вот как вы сами видите, капитальный ремонт улицы Советской. Работа бригады идет согласно графика, и совсем скоро жители и гости станицы Зеленчукской смогут насладиться приятной поездкой по новой дороге. Арина Гидиева, Назир Капушев, Архыз 24.